Довольно недорогой французский крем от известной марки Ефраше, упакован в вторую такую пластиковую, с ценой в 300 рублей будет. Описание кратко приводится на нескольких языках, правда, почему-то на русском не написано, что он не только для кожи, но и для ногтей. Состав, как бывает, химический. Здесь вы видите дозатор без защиты, а сам крем бежевый, с легкой структурой, приятным запахом. Не знаю, обладает ли он заживляющим эффектом, но кожа точно становится мягче рук. Как влияет на ногти? Ну, наверное, может быть, чуть мягче становится кутикула у окончания ногтевой пластины. Так, в принципе, вполне интересное средство. Пользуюсь я им уже второй раз. То есть это уже второй будет бидончик. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры на другие товары и подписывайтесь на меня, ставьте лайки.